8 месяцев Центр материнства благотворительного фонда «Металлург» работает в рамках проекта «Осознанное родительство». Грантовая программа позволяет беременным женщинам максимально полно подготовиться к рождению ребенка, в том числе и физически. Дыхательная гимнастика, йога для беременных, акваэробика. Впервые эти занятия проходят в стенах спортивно-оздоровительного комплекса «Металлург Магнитогорск». Насколько комфортно будущим мамам на этой площадке, узнавала Елена Ткач. У Людмилы Сильверстовой это вторая беременность. Подготовка к родам первого ребенка тоже проходила под патронажем специалистов Центра материнства благотворительного фонда «Металлург», но ожидание малыша в этот раз окрашено иными эмоциональными красками. Месяцы декретного отпуска ведущего инженера объединенной сервисной компании совпали с работой нового грантового проекта «Осознанное родительство. Путь к гармонии в семье». Радует, что в данные проекты вовлечены не только беременные женщины, но и их мужья, дети, которые с большим удовольствием принимают активное участие в проводимых мероприятиях. Программа «Осознанное родительство» стала победителем 10-го конкурса фонда президентских грантов. Это позволило включить в работу новые психолого-педагогические и медико-социальные направления. Здесь и занятия по перинатальной психологии, школа отцовства, семейные фотосессии, творческие занятия для всей семьи. В обязательном порядке – оздоровительные курсы для будущих мам и йога в их числе. Эмоции только самые лучшие, самочувствие прямо на высоте после занятия. Прям, знаете, как крылья за спиной выросли, прям хочется так глубоко дышать, чтобы малыш тоже получал как можно больше кислорода, вот, чтобы он родился здоровым и счастливым. В условиях пандемии пришлось внести коррективы в работу оздоровительной части проекта. Теперь занятия по йоге и акваэробике проходят в стенах спортивно-оздоровительного комплекса «Металлург Магнитогорск». Для коллектива «СОКа» это огромная ответственность. Мы закупили специальные рециркуляторы. Обработка у нас идет всех помещений и бассейна не хлорными средствами специальными. Рабочий приходит в 6 утра и уже к 8 часам все готово. Рециркуляция воды идет постоянно. Инструкторы, которые работают с девочками, они прошли специальное образование. Московская фирма, которая специально занимается беременными. Они получили сертификаты международного класса. Создана максимально комфортная среда для всех будущих мам, участниц проекта. Планируется, что за 2 осенних месяца занятия по акваэробике и йоге посетит 74 женщины. Основной целью проекта было укрепление института семьи и семейных ценностей. Основные задачи у нас уже практически решены. То есть, что мы задумали, мы это все реализовываем, у нас все получается. Мы добавили в проект занятия не только с мамочками, но и с отцами, с детьми. Это тоже было принято на ура, чему мы сами рады. И папы, и дети активно принимают участие. Им это нравится. 30 ноября 2021 года проект закончит свою работу, но все интересные методики обязательно будут работать в будущих программах Центра материнства. Елена Ткач, Алексей Абашин, телекомпания ТВН.